просто то, что интересно, то, что все обсуждают. Дино МС, СТ расскажут вам об этом остро. Читают между строк те, кто понимают. Читают между строк те, кто понимают. Люди возмущаются, это уже достало. Не слишком ли много машин со спецсигналами? В который раз эта история в медиапространстве? ГИБДД и ФСО проводят спецакцию на Кутузовском, возле Кремля и на Арбате. Идут проверки на всех спецтрассах Москвы. Как говорят в народе, скупой дважды платит. Но уж очень многие любят у нас понты Ольги, Анны, еще Анны Марии. Предписания, пропуски и спецталоны. Сначала сами этих бонусов наплодили, теперь проверяют, насколько они законны. Бешеные пробки от этого меньше не станут, не уменьшатся работы у синих ведерок. Может, нас показухой кормить уже перестанут. Хватит специально раздражать народ и дергать. Это, конечно, плохо, но так уж заведено. То, что одним можно, другим не дано. Об этом спорят и говорят уже давно, но точно не отменят привилегии для VIP-авто. Кому надо, как ездили, так и ездят. У них найдутся и связи, и нужная бумага, сопровождение, охрана, варианты объезда. И им, конечно, дела нет до этой облавы. Кризис мировой экономический. Существо это реальное или мифическое? Придет ли он за кошельками и наличностью? Большинство настроено весьма скептически. Министр Кудрин ситуации кризисной. Специалист был чуть ли не единственный. И того отправили в отставку. А в экономике дела не идут на поправку. Что происходит в кресле? Тем временем вопрос контролирует министр временный. Идет падение рубля, не бежал ли капитан с тонущего корабля? Упали фондовые рынки Европы и Азии. Турки не подписались под условия Газпрома. Проблемы как-то отовсюду повылазили. Скрывают и инфляцию, чтобы избежать. Красивый и далекий город-порт Владивосток прославился на всю Россию качеством своих дорог. Передвигаться по ним настоящие муки. Трудно представить, но открытыми стоят все люки. Ни начальство, ни администрацию это не парят. И ходят слухи, что все гастарбайтеры украли. Мол, воруют сволочи и сдают скупку. Такую местным жителям навязали утку. Как же это можно было все люки украсть? И почему никто не начинает их искать? Разобраться сразу тут никто не готов. Еще и вечный огонь потух из-за долгов. Но наши люди бесконечные оптимисты. Даже в полной разрухе хорошее находят. Аккуратней стали ездить автомобилисты. Да и пешеходы внимательней смотрят под ноги.